Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Всем привет, ребята! Вы знаете, вы смотрели фильм «Чарли и шоколадная фабрика»? Так вот, мы отправляемся как раз на шоколадную фабрику. Ну что, вы готовы? Тогда пошли! Ой, куда это я попала? Красота! Красотень-то какая! Ой, яблоки здесь висят. О, двери! Не открываются. О, похоже, надо выполнить все задания, чтобы пройти дальше. Давайте попробуем его выполнить. Ну, где оно? Вообще непонятно, куда оно спряталось. О, ящик какой-то у телеги. Давайте попробуем открыть его. Коробка. Ой, не открывается. О, это ключ, я знаю. Я угадала, ключ. Ну, чтобы этот ящик надо открыть, надо выполнить все задания. Итак, ребята, мы кое-что сделали. Теперь давайте попробуем открыть ящик. О, ящик открылся. И здесь лежат какие-то галоши. О, наверное, надо их на ноги обуть. Ой. Ой. В них мне очень тяжело идти. Наверное, надо на эти ноги наступить. Ничего не происходит. Ха! Кажется, я знаю, что надо делать. Так, мы кое-что сделали с галошами. Дверь открылась. Пойдем туда. Вау! Как красиво! Как вкусно пахнет! Давайте попробуем здесь что-нибудь поделать. О, ручка какая-то. Давайте попробуем ее потянуть. Не открывается. О, печеньки, как настоящие. Но они не настоящие. Жалко, они игрушечные. Ой, дверца какая-то. Там какие-то шарики лежат. Но не знаю, как открыть эту дверцу. О, посмотрите, здесь есть какие-то рычажки. Как в баре, можно сделать коктейль. Посмотрите, тут какая-то дверка открылась. Давайте откроем ее. Тут есть какие-то пирожные. О, посмотрите, дверка открылась. Теперь можно достать оттуда скалку. Она все в муке. А, это для того, чтобы раскатывать тесто. Шкафчик открылся, а там печенье. Можно перекусить. О, дверь открылась. О, как красиво тут. Прямо как в сказке. Класс, вау. Ой, тут телефон какой. А там кто-то говорит. Ну ладно, нет времени на разговоров. Надо идти. Ой, здесь какие-то леденцы на палочках. Возьму я их с собой. О, какой-то автомат с конфетами. Здесь какой-то рычаг. Как делать, чтобы он заработал? О, я вижу конфеты. Как же их достать?
теперь надо достать конфеты. Просто обожаю конфетки. Оставлю их себе. Ну что, ребята, вам понравилось проходить квесты со мной? По-моему, было очень здорово. А еще и конфеты выиграли. Если вы тоже хотите пройти такой квест, то ссылка в описании. Пока-пока! Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока!